Всем привет! Вы находитесь на канале «У бывшей зайчики». Ребят, сегодня, знаете, такой будет ролик. Вот не что-то я вам там буду рассказывать, нет, но вообще больше, конечно, касается девочек. Они меня просто просили, а меня долго уговаривать не надо, я быстро с этим соглашаюсь. Так что сегодня больше интересно, наверное, будет девчонкам, чем мальчишкам. Ну, мальчишки, конечно же, я тоже очень рада, если вы тоже будете слушать. Смотреть, вернее, сегодня не слушать, сегодня смотреть. Девочки просили меня, чтобы я им показала свои драгоценности, скажем так, свою бижутерию. Вот я сегодня думала, а почему бы и нет? Вот возьму и покажу. Вот покажу. Короче, знаете, начнем, наверное, мы... Вот у меня вот такие вот серьги. Это мои одни из любимых, девчат. Я, блин, их безумно люблю. Мне очень нравится вот камень, вот этот гранатовый такой, да? Я прям безумно обожаю. Мне очень они нравятся. Вот. Но вот эти я покупала себе сама. Так, я сразу их буду укладывать. У меня такая, знаете, шкатулочка. Я все сюда сразу буду кладу. Потом вот такие вот у меня тоже подобия. Мне очень нравятся красные. Видите, красные. Вы уже видели меня неоднократно. Видите, вот такие вот. Ой, красота. А? Угу. Так, это я тоже сама себе покупала. Горит. Горит у меня здесь. Так, конечно же, с нами кофе. Пару глотков, как всегда, за вас. Так, ребята, есть у меня еще вот такие. Ой. Новогодние, да? Такие праздничные. Прям вот праздничные. Посмотрите. Вот красивые такие. Видите? Я их тоже сама покупала. Вот такие вот красотенские. Я вообще очень сильно люблю. Блин, я вообще, я люблю любые драгоценности. Ну, блин, я люблю бижутерию тоже. Я ее обожаю. Не знаю, блин, для меня вот прям, ну, а почему нет? Почему нет-то? Такая вот у меня еще есть коробочка. Сюда буду складывать свою бижутерию. Так, одни из... Эти я сама себе покупала. Вот эти нет. Вот эти вот мне подарила подписчица. Ну, она очень много там что было. Но вот это вот одни из моих самых любимых. Вот, ну, тоже вот, знаете, которые я могу одевать на повседневку. Мне они безумно нравятся. Они такие, знаете, прям, ну, вообще... Видите? Я их люблю. Прям вот я их ношу даже на повседневку. Вот мне они очень нравятся. Ну, сами, да, видите? Такие красивые. Очень нравятся. Так. Вот такие, ребят. Я, конечно, если честно, я очень много раздарила уже. Очень много. Потому что у меня было безумно их много. Я даже не знала, когда их все переносить. Вот это вот мне тоже подарила подписчица. Вот такие вот. Вот такие мне тоже подарила подписчица. Это более такие, знаете... Ой, вообще... Посмотрите. Ой, вообще, мне очень нравятся, ребята. Смотрите, какие. Изумруды. Видите? Изумруды. Они мне идут. Это под цвет моих глаз. Ребят, мне очень нравятся эти серьги. Они прям вот мои. Короче, у меня осталось то, что нравится мне. Вот честно. Так, вот эти я покупала тоже. Было время... Вот видите, они такие более простенькие, их не обязательно. Они у меня тоже вот можно на, ну, как на повседневку. Знаете, вот что, вот я их могу одеть как на повседневку.
не именно на праздник, а вот вместе с золотишком, там, допустим, вот я могу их себе позволить одеть. Видите? Ну, красивые. Так, 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 так. О, ну это да. Это не бижутерия, это серебро. Эти серьги вообще, это серьги, которые, вы знаете, они меня защищают от всего. От всех, от всей любой всевозможной силы потусторонней. Вот это мои серьги. Я их тоже покупала, ребят, сама. Вот такие вот. Мне не очень нравятся. Да мне здесь все нравятся, что говорить. Очень они такие красивые. Видите? Так, сюда их. Ой, пошли кольца. 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 Вы часто видите меня в этом кольце. Это тоже подарок моей подписчице. Потом я в сочетании делаю, когда одеваю красные серьги, там, допустим, что-то у меня вот красное. Есть у меня сейчас мы вот такие вот всякие, знаете, вот сочетания с красными серьгами. Ну, короче, вот такое вот, можно сказать, ожерелье. Тоже бомбическое. Так, кольца я вам показала свои. Ну, вот одно тоже из колец. Так, вот такие маленькие всякие тоже мне очень нравятся. У меня их очень много было. Вот сердечки. Видите, вот такие вот маленькие. Я тоже люблю, вот, чтобы были маленькие на ушах. Вот видите. Это сердечки такие малюсенькие. У меня много маленьких. Вот есть вот такие вот. Как жемчуг. Видите? Жемчуг. Потом вот такой вот у меня браслет, вы говорили, часы, это не часы, это браслетик вот такой вот у меня есть на руку. Вот такой браслетик. Я когда одеваю серебро, я одеваю этот браслетик. Это мне тоже подписчица подарила браслетик. Значит, вот эти серьги, это мои серьги, я их сама покупала, мне они тоже очень нравятся. Я их часто очень ношу, мне они очень нравятся, они мне идут, они под цвет моих глаз. Да. Вот такие серьги. Вот эти я тоже один раз уже как-то была с вами, бабочки, помните? Бабочки. Вот такие вот бабочки. Красивые. Вот это мне подарила подружка. Мы вместе с ней отбывали. Когда я была в Челябинске, была у нее в гостях, она мне подарила вот это вот. Это камень, он как-то называется, честно не знаю, но вот нет-нет, я его тоже одеваю под какой-нибудь наряд. Так, это все сюда. Ой, ребят, началось у нас ожерелье. Ожерелье. Видели? О. К
представьте. Ну, красота. Так, сверкало. Вот. Видите, такое. Такое очень интересно. Вот, знаете, Египет, да, вот что-то с той стороны, вот как-то вот такое вот. Очень оно такое нарядное, оно прям такое нарядное. Но я в нем тоже была как-то. Как-то я в нем была. Так, дальше. Ой, сейчас мы с вами... Одно из моих любимых, мне оно безумно нравится. Оно очень такое... Я вам его хочу вблизи показать. Это лисички такие. Видите? Ой. Вот так вот оно смотрится, когда у вас на шейке. Красота. Очень красиво. Да. Что-нибудь я из этого обязательно одену в Новый год. Обязательно. Потом вот такой вот у меня есть. Ни разу в нем не была, ребят. Ну, вот ни разу как-то я его ни разу не одела. Не знаю почему. Ну, вот как-то оно мне вот никуда не присмотрело я, что ли. Ну, вот, вот такой вот. И вот как-то я его ни разу никуда не одела. Так, я сейчас это все в коробочку. Потом у меня есть еще вот такое. Тоже, ну, это все под красное. Под красное, такие вот большие. Сейчас я вам... Что думаете, это все? Нет. Прикиньте. Представьте. Ну да, если с красивым, с какой-нибудь, с красивым платьем или с блузой. Почему? Кто любит бижутерию, кто вот любит, кто ценит. Вы знаете, дамы, не все мы можем себе позволить вот натуральный жемчуг, да, чтобы вот такой был. Ну это что? Это пол города Магнитогорска он бы стоил. Нафиг надо жить с таким, в доме держать такое украшение, нафига? Вы чё, Господи, спаси и сохрани. Да нафиг надо. Вот, видите? Красиво. Так, что-то у меня еще есть в коробочках. Коробочки, у меня есть такие коробочки еще. Это тоже мои подписчицы. Ребят, ну, это я, по-моему, вам... В этом я была, это точно. Как-то я вот так закинула это все дело. Оно у меня все подзапуталось маленько. Видите? Такое... Такое прям вот, ну, обширно. К нему, конечно же, идут еще серьги. Вот такие вот серьги. Сейчас я вам поближе серьги покажу, что я так. Ребят, вот серьги. Сейчас сфокусируюсь. Угу. Вот. Сережечки хорошенькие. Красота. Да, девочки мои. Я вот когда захожу в магазин, вы знаете, там, где бижутерию продают, у меня глаз разбегается. Я прям не могу. В этот раз сыну говорю, так, мне... В этот раз на Новый год надо, чтобы у меня коронка была. Коронка была. Какая-нибудь коронка, чтобы у меня была. А вот знаете, в тех вот странах-то вот так вот у них все они носят, у них везде красота. Господи, да мы, девчата, любим вот это вот все. Не знаю, я точно люблю. Я же по гороскопу львица. Кстати, вот сейчас еще наступает мой
Год тигра. Я же и тигра, и львица. Ну, вот представьте. Ну, я безумно все люблю, вот эти все побрякушки. Это даже тема не обсуждается. Я обожаю это все. И сейчас вот такое вот тоже мое очень любимое, очень мне оно нравится. Вот. Я тоже люблю и ношу это на повседневку. Оно не дешевая бижутерия, я вам сразу говорю, это такая хорошая бижутерия. Вот это вот. Так что вот такие вот пироги мои, вот такие вот дела мои хорошие. Пироги, потому что сегодня делала, вот и говорю, вот такие пироги мои хорошие. Да, вот так вот все. Ну вот, вот такая вот у меня, в принципе, и бижутерия. Вот вы меня просили, я вам ее показала. Оно вроде и кажется, знаете, мои вот такие сокровенные, вот эти вот все переполненные, видите, вот так вот полностью забитые саквояжики. Битком прям они у меня забитые. Ну, круто. Это я сейчас развешаю, все, пойду. Ну, вот эти вот, я прям вот эти люблю прям вообще. Вот прям люблю я их всячески, куда я их только не одену. Господи, как мне нравится. Как мне нравится. Ну, вот сегодня они у меня даже под цвет ногтей. Правда, красиво? Почему я их не одела сегодня? Ну и что вот вы мне говорите? Да, это, Свет, действительно, ты одела, допустим, со спортивной, с Олимпийкой одела, ну там, макияж сделала вечерний и одела это. Ну, у нас 90-е как было, господи. Мы же так появились Олимпийки. Пятилампасники раньше, помните? Пятилампасники, это же вообще мода была страшенно. Все стартанули, побежали, стрелки вот такие вот, химия на голове, все стартанули. И в этот же день все в это полгорода в этих олимпийках, у кого ну, у кого есть, и все нарядились, а юбка, а сверху олимпийка на высоком каблуке, ай да, все, пошли в танцы. Конечно, это все, это же оттуда все тянется. Естественно, меня стилисты не одевают, но я одеваю то, что мне нравится, ребят. Вот отсюда вот я и такая, я одеваю то, что нравится мне. Я делаю макияж такой, который нравится мне, понимаете? Ярко, не ярко, не под форму, не под одежду. Ну, извините, что теперь сделаешь? Вот так вот мы с вами посидели, скоротали вечерочек, попили немножко кофе. Кстати, ребят, я все-таки так и придерживаюсь эту диету, вот, которая 6 на 16, а, 8 на 16, да. Вот, 4 часа у меня последний прием пищи, получается, последний в 4 часа. И вот это вот, конечно, кофеек, он был лишний, но ладно, ничего не сделаешь, потому что у меня здесь ремонтник ремонтирует. Опять вот он начал сверлить, и я так думаю, что надо прекращать, потому что он ремонтирует сегодня целый день. Впечатление такое, что он полностью хочет разрушить квартиру. Ну, вот просто берет человек, рушит квартиру, и все. Я не знаю. Ну, вот так вот складывается впечатление. Целый день он вот это делает. Так что, мои хорошие, как всегда, новогоднее настроение, как всегда. Так что вот так вот будем скоро еще, нам елка с Никиткой не пришла, скоро придет елка, будем украшать, я вам все это буду показывать. Никитка приболел у меня немножко, не ходит сейчас, в этот приболел, лечимся. Температуры нету, но знаете, состояние такое прям, ну короче, лечимся. Так что вот так вот все, всем пока. Было очень приятно с вами общаться. На каточке у меня сегодня синенькие. С блёстками, глазенки у меня с блёстками сегодня. Ну, короче. Все, покедова. Так что вот такие вот у меня украшения. Как Кощей над Златом чахнет. Все, пишите, ставьте свои, оставляйте свои комментарии. Продвигайте. И спасибо вам огромное. Нас уже намного больше, чем 10 тысяч. Это здорово. Еще Новый год не настал, а нас уже больше, чем 10 тысяч. Все, пока, ребят.